Всех приветствую. Покажу сегодня, вот как буду разбирать платы, что у них полезное может быть. Есть содержание серебра, золота, может и палладия, не знаю. Посмотрим, что тут есть. Такая небольшая кучка. Это уже вот на обрывал. Трубчатые конденсаторы и такие пластинами. Их, наверное, уже 1,5 килограмма в банке. Может, килограмм. Этих поменьше. Сейчас будем добывать отсюда, что есть. У нас первая плата. Отвертку так положим. Ай, лежит. На этой плате у нас пластинчатые его конденсаторы, видны эти флажки. Флажок, ну мелкие сильно. Микросхема. КП-140. 1434УД-1Б. 90-й год, 6-й месяц. Микросхема. Будем добывать, что есть. Сразу конденсаторы мелкие. Все-таки отвертка мешает. И ложим банку их. Сразу вон на банке резать буду, чтобы далеко не носить. Так. Конденсаторы обрезали. Микросхема эта вроде бы золото содержит. Но вон ножка позолоченная. Чуть-чуть на выводе. Их подрезать неудобно. И микросхему я отдельно потом сниму. Также есть вот полубочонок, я уже оторвал, такой маленький. Один. Дальше у нас так. Давай будем флажки резать. В этих тоже вот есть серебро в конденсаторах. Пластинчатые тут. Внутрипластинный набор. Вот, видно флажок у нас. И вот флажок. Флажков хватает, короче. Тут. И вот видно микросхема К-157УД2. На этой отчетливо видны позолоченные ножки. Ну, на моей камере, наверное, не будет видно. Ну, тоже полезная микросхемка. Обрезая ножничками малыми такими. Обрезал. Так, попробую достать микросхему. Микросхему попробуем этими пассатижами выцепить. Я беру так вот плату, потом пассатижами ее между зажимаю и тут и сюда небольшими такими вот движениями по горизонту. Эт, бляха, расколол. Не вышло. Ладно, расколотую вытянуть, значит. Рассыпалась. Раньше получалось так, по чуть-чуть туда-сюда двигаешь, она снимается целая. Это рассыпалось. Потом отдельно я подрежу. Так. Чем разбирать. Это уже большая плата. Вытаскиваем все такие мелкие. Одна, вот вторая.
мясо уже пожирнее. Тут у нас всяких. Ой, трубчатый конденсатор даже и режем трубчатого. Банку его. Флажок. Трубчатые конденсаторы, флажки, это там серебро содержится. А их собираю. Так, микросхема еще таких не бачу я. Интересная, может внутри будет позолота. КА 157, Х 113, 90-й год, 7 месяц. Так, что смог я срезал микросхему, не буду трогать, покуда. Берем следующую, такая самая платка и такая самая микросхемка стоит. Также и эти конденсаторы, флажки. Так, режем его. О. Так, все флажки обрезал, все трубчатые. Микросхему отлаживаем в сторону. На самой плате у нас тут много чего. Я вижу микросхем с позолоченными выводами. При том, что много, какая-то микросхема К157УЛ1А. Здесь К547, К547 тоже. И это, наверное, будет. И это такая самая. Ну. Потом у нас тут флажки идут. Видны его красные с серебром. Микросхема это с позолотой. Вот целый штаб этих флажков. Здесь флажки. Такая плата интересная. Много на ней чего. Режем покуда флажки. По-быстрому. Так, 2, 3. Круглые такие, тоже режу мелкие. Все в кучу пойдет. Красные порежу, ой, синие какие-то маленькие. Тоже режем. Так, так, так. Это у нас интересные какие-то. Но этих я трогать не буду. Порежу все флажки. Можно насобирать пару килограмм. Или сдать куда, или переработать. Микросхемы отдельно буду потом резать. Их тут много. Этих флажков. Уже он накидал. Кучку. А он разорвался. Покажу, что внутри тут. Видно. Такое посеребрение. Уже темное. И вторая часть его. Ай, рассыпалась. Так, флажки пообрезался. Остались микросхемы, микросхемы в сторону. Следующая плата. Еще пожирнее. Тут вообще этих микросхем. Флажков 1, 2, 3, 4, 5. Вот серийный номер платы на бумажке. Ну, слабо видно. Микросхемы такие интересные все. Видно с выводами позолоченными. Сколько их у нас получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. И такие вот, видно, это тоже будет с позолотой. Я заметил, что где точки стоят с краской, там имеется что-нибудь полезное. Микросхем-то много вышло. Того флажки режем. Флажки неплохо так ножницами будут срезаться. Так, вроде все спилил. Следующая такая плата интересная. Разломанная вся. Что тут на ее? О! Этот. Это будет релюха была разбитая. Видно контакты серебряные. С технического серебра на меди.
такие не жирный контактик. Ну, серебро содержит тоже на меди. И видно внутри он транзистор. Интересно. Сейчас я его этого. Оп, срежу. Разломаю, гляну, что внутри. Была посеребряная, была с позолотой. Оп, надкусил его. Короче, фуфлыжный. Посеребряный. Наверное, бо белый. Так, что еще на ней? Еще один транзисток есть. Транзистор. Сейчас я его выпилю, его не видно внутри. Опа. Подобраться нельзя. Так, сейчас глянем, может с этим повезет. Разламываю. Тоже посеребряный белый. Короче, не пошли. И гляжу, тут какая-то стоит. Это. О. Эти тоже собираю. Диоды света. Их содержится позолота небольшая. Гляжу, тут стоит. Заметил СП. Этот резистор. Сейчас я его раскручу. Бляха. Мороз на улице сейчас, у нас 4 градуса. Я возле гаража под навесом тут колупаю. Старые запасы свои ломаем. Вытаскиваем эту СП-шку, глянем, что за такая. Срежу аккуратно. Провода? А ломать не буду. Такая его вещь. Не знаю, что у нас содержит СП. 4.1, 91 год, 7 месяц, 0,25 ватт, 6К, такая запаянная снизу. Наверное, будет тут или палладий, или платина, скорее всего, что палладий. Хай, будет и такая у нас, серебряные эти штырьки, на меди серебро, тоже срезаю, забираю. Осталось тут одна медяха, только катушка. Вот. Вот мелкая плата вообще. Флажок тут у нас. И К-155. Флажок срезаем. Плату отлаживаем в стороны. Такая вот платка в железном корпусе. Флажков тут много видно. Вон. 1, 2, там третий спрятал всего. 4, 5, 6, 7, 8. Мелкие, правда. Ой, трубчатые два конденсатора. Серебро содержащие. Сейчас я распечатаю. Надо. Видно. Эй. Добро запечатаны. Это не сейчас китайское, что само рассыпается. Вещь советская. Ладно, не буду разбирать. Неудобная. Ой, такая вот плата. Что там внутри? Не видно толком. Запаянная. Так. Сейчас отломаем. Интересно побачить, что внутри. Распаял эту крышку. Видно уже флажки красные. Металлолом закину. Так, там стоит у нас микросхема какая-то. Вроде этого транзистора такого, только микросхема. О! И желтые эти. К-1052 штука. Плата эта, микросхема целая вылезла. Не сломал. Срезаем флажок. Закидаем. И вот. Тоже эти, сейчас скажу, будут палладий содержать или платину. Такие маленькие болгарские конденсаторы. На одном В маркировка, на другом М. Ложим их у кучку там отдельно, в сторонке отлаживаю. Где такие, что
открытое серебро, там золото, палладий, что-то в сторонку. Ну, их мало попадается. Так, режем флажок с этой платы. Да вроде и все. Следующая плата у нас, что содержит, микросхема такая загаженная вся, мурзатая. Флажки. Так, следующая микросхема, тоже флажки, один флажок, транзисторы красные маленькие, и такие вот, не знаю, там будет что-нибудь. Вот такая простенькая плата с одним флажком. Мне очень интересно, на этой плате у нас, не знаю, содержит серебро такие вот флажки круглые, крупные, толстые или нет. Но беру тоже, кидаю, переработаются. И что у нас осталось, это вот маленькая тоже плата такая. Тут стоит у нас микруха. Видно позолоченные выводы. Вот тут. И два флажка. Так-то они завернутые хитро. Ножка на один бок одна, а вторая, о, на второй бок завернутая. Так, коробку. И этот же так стоит. Еще такой пайки не бачу флажку. Одна ножка с той стороны сюда завернута, а с этой сюда. Обрезаем. Микросхемы отдельно потом поснимаю. Я их так подрезаю стамеской с одной стороны, со второй. Пассатижами выкручиваю. Иногда просто выкручивается, а иногда подрежешь, так лучше. Еще вот эти две платы небольшие получается. У нас тут только один флажок маленький стоит. Красные транзисторы эти. Я знаю, что содержит, не содержит. А ну выпадай. Без года написано GS4. Наверное, ничего не содержит. И обрезаем эту вообще плату. Пыли натрусилась тут мне на стол. Стол это у нас плита. Хотел рейсмус раньше робить. Плита такая. Сантиметр толщины металл. И как его называют? Метр 60 размер на 60. Важить 80 килограмм где-то. Положил я ее на основу вибростола своего. Крышку с вибростола снял с мотором. А его положил, буду на нем столярничать. Так плоскость ровная на этой плите. Режем эти флажки. Сыпутся только так. Ну, кажется, такие микросхемы неприметные, а тут он и золото, и палладий их содержит, все есть. Ну, микрухи как-то отдельно надо аккуратно позарезать, чтобы не рассыпались, не люблю я их рассыпанные, чтобы хранить. Уже баночку насобирал, только из пол-литра, наверное. Может, коли руки дают, что-нибудь добудем. Это вот конденсатор интересный. S5 такие в пластиковом корпусе. Так. О, давайте эту уже раскрыем. Раз начали. Так. Сейчас я беру. Стамески нема вроде бы. Стамеской, чтобы зацепить. Сейчас отверткой. Угу. Держится добрый. С этой стороны троху распечаталось. Зацепиться йод за что? Сейчас я его пассатижами раскрыю. Машину надо строить, шрус снимать, чистить. Лопнула на машине это кожух.
Мне кожух сам, окрепление кожуха, хомут этот. Лопнул, да попал песок. Да надо из-за хомута разбирать теперь. Да делать. Да мороз на улице, да я не это. Решил поковыраться в деталях посидеть. Передают это, спадать будут мороза. Через пару дней плюсовая температура. Полезем под машину. Надо снимать будет шрус. Разбирать его, чистить. Мыть от песка. Песок попал, но еще он рабочий не это. Не сломался. Не сточился. Так что надо делать будет. Ну, покуда радиодеталями побалуемся. Сейчас покажу, что вышло у нас. И что осталось. О, такая одна банка. Получается она... Где-то тут написано, должно быть это объем. 500 грамм объем, пол-литра, короче. Полная. Ну, тяжелая. А это такая самая, только наполовину заполнена. Вышло у нас, да, уже много мешков обрезов. Вышла флажкова куча целых. Это я сюда уже сколько закинул при вас, а это с пару плат. Трубчатые отдельно окидаю. Сейчас, наверное, перерабатывать будем вместе. Трубчатые и пластинчатые. Вот. Такие вот две банки уже насобирал, плотные, утрамбованные. Это негодное. И поставалось у нас вот, покажу, такие платы с микросхемами. Посчитаем, сколько микросхем осталось у нас. По золотой микросхеме. Это негодное, походу. И вот это еще. Эту я разломал. Сейчас покажу. Получается у нас тут микросхема одна, потом вторая, третья, четвертая, пятая, вот шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, это сломанная его, шестнадцать, это семнадцать, семнадцать, короче, микросхем. По золотой я их сниму, наверное, чуть позже. И вот такая вот небольшая кучка с содержанием палладия будет, думаю, СП-шка СП-4.1 0,25 ватт. Потом у посеребряные такие на меди контакты серебряные. Это вот диод света старый, бочонок и два болгарских. Такая вот добыча. Ну ладно, на этом буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.